Ой, бля, нет, нет, только не он, сука. Бля, ненавижу эту машину. Я его Next the Game одевал. Ух ты, ух ты, ух ты. Дизов, дизов. Кайфовый. Ой. А, я понял, я понял, я понял. Я просто не допер. Я сообщение читал. I'm sorry. Я понял, что такое. Офигенный элемент. А, почти. Прошел. Лаки. Это что было сейчас? Фуд, сообщение пришло. Вот, все, я зафейлил, все, я тебя очень долго сейчас буду гонять. Ты даешь заднюю арт. Я тебя не узнаю. Прям в заднюю, да? Блин, блин, надо было тебе сначала запустить трансляцию, ну, типа в плане запись. Как мы плейлист начали. Нет, нет, это без чека! Это без чека, что ли? Не, нет, именно не трансляцию, а именно запись видеоролика. Ну, у тебя охеренный голос, ты чё гонишь? Да нет, оставь, у тебя охеренный голос. Вот, я сейчас тоже без чека ехал. Это вообще жопа. Серьезно, это тоже без чека все? А, с первого раза скипнул. Камон. Не знаю, с первого раза прошел. Ой, 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 ой. Ой, я чё за накунда? А, подожди.
Да, спокойно прям. Не парился. Ну, здесь нет. Здесь не с первого. А там вот, который прошлый, я с первого прошел. Ну, типа автоматики. Прям в чек, что ли? Да ладно. Не, я хотел в чек прям попасть. О, идеально. Вот сейчас долечу, по-любому. Да, идеально. Нет. А, так я недалеко от тебя уехал. Точнее, отстаю. Ну, так это хорошо. Это наоборот классно. Ой, да ладно, я ненавижу эту херню. Ой, все, я здесь застрял. Это 100%. Не, я застрял, это 100%, я говорю, я ненавижу вообще эту фигню. Я проходил ее, знаешь, на чем? Сейчас тебе скажу. А у меня до сих пор, у меня вроде есть он или не помню, на БТРе. Опа. Стоп, а что здесь надо делать? А, объезжать, понял, все. Что там? Нет. Это были фейковые чекпоинты? А, и вообще чекпоинта не было. Кайф. А что ж ты будешь делать? Не, мой нелюбимый это жердочки. Это прям вообще это, я просто ненавижу. Я понял где-то. Я увидел. Опровергнутые слова вообще не левитируют. Султан, в принципе, она классная машина. Вообще не спорю. Еще и долететь надо было. Спасибо.
А, все, я дошел до этих жердочек. Это типа ты мне мстишь за вчерашнее, то, что я тебя выиграл 5 раз подряд. Ой, нет, у меня, короче, сегодня было. Я сейчас должен был быть выходной, но я пошел подрабатывать в этот. В кафешку, короче. Баристы. Ну, короче, типа кофе. Не.